Еще один горняк, выбравшийся самостоятельно после аварии на поверхность, обратился за медицинской помощью с полученными ожогами в городскую больницу. Всем пострадавшим будут оказаны меры социальной поддержки, заявил на пресс-конференции директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж. Это выплаты из федерального, регионального бюджетов и угольной компании. Каждый иждивенец получит соответствующие выплаты в размере среднегодового заработка погибшего шахтера и за счет средств работодателя. Семьям погибших будут выплачены суммы возмещения морального вреда. Это 1 миллион рублей по тарифному территориальному соглашению и 3-месячный заработок по федеральному отраслевому соглашению. Выплаты денег уже начались, заверил руководитель ведомства, и будут проходить под строгим контролем. Наша функция заключается в том, чтобы скоординировать действия всех органов власти и Пенсионного фонда, и Фонда социального страхования, и местной администрации, и администрации Республики Коми, чтобы максимально быстро все необходимые документы собирались, оформлялись в органы власти без участия людей, чтобы они не стояли в очередях, не ходили, не выпрашивали эти документы, находясь в такой ситуации. По вопросам выплаты можно обращаться непосредственно ко мне. Это в объединение Воркута-Уголь на второй этаж, 201 кабинет. Я принимаю лично всех. Сотрудники объединения Воркута-Уголь готовы ответить на все вопросы, касающиеся выплат по телефону горячей линии 5 93 52. Марина Иванова, Елена Царанова, ТВ «Гало», Воркута.